Сегодня я буду готовить кизиловый джем. Сначала я отсортировала. В этом ящике у меня остался более твердый кизил, он еще несколько дней постоит. А вот самые мягкие, самые спелые я уже отделила. Сейчас буду их мыть и убирать косточку. Смотрите, видите, он какой мягкий? Если я сейчас надавлю, вот именно вот такой кизил пойдет очень хорошо на джем. Я отделила косточки от мякоти. Теперь в эту массу мне нужно добавить сахар. А потом все это я должна сбить с блендером. Ну вот, прекрасный джем готов. Буду хранить в холодильнике.